Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит, когда в сердце ниндзя нарушается покой? Фильм «Моли о смерти» дает нам ответ. В 1985 году мир боевиков перевернулся. На экраны вышел фильм «Моли о смерти». Акира Сайта, бывший ниндзя, пытается начать новую жизнь в Лос-Анджелесе, но его семью впутывают в ужасное преступление. Безжалостный главарь мафии и его бездушный убийца Лаймхаус Вилли разрушают его спокойствие. Трагедия настигает Акиру, когда Вилли убивает его жену. Охваченный жаждой мести, Акира решает вернуть свои навыки ниндзя. Он проходит изнурительные тренировки, кует новый меч и готовится к смертельной схватке. История достигает своего апогея в особняке Ньюмана, где разворачивается эпическая битва. Акира беспощадно расправляется с людьми Ньюмана и, наконец, встречается с Вилли в финальной схватке. Фильм заканчивается у могилы Акико. В обстановке тайны Акира исчезает, оставляя детектива с вопросами без ответов. «Моли о смерти» — это история неумолимой мести с легендарным Шокосуги в главной роли. Хотите снова окунуться в мир экшена? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и открывайте для себя еще больше миров кино.